Шалом. Один гениальный начинающий предприниматель набрал холодной воды и отправился в пустыню. Друзья, завидуя ему, вот такому стартапу, сказали, ну, наверное, он поднимется. И вот через некоторое время они приезжают в пустыню, видят, стоит человек в лохмотьях, ничего не добившийся, опустивший голову. И ему говорят, как такое могло быть? Пустыня. Людям так нужна вода. Он говорит, знаешь, проезжает караван, выходит мужик, видит у меня вот эту вот бутылочку, у него слипшиеся, обсохшие губы, и он вот этими губами говорит, мираж, и уходит. Мы с вами еще совсем недавно не верили в видеотелефоны, в связь, которая может быть в любой точке мира. Потом мы не верили, что это может быть бесплатно, скажем, через разные программы. Мы не верили, что можно любой фильм сегодня выложить в какую-то соцсеть. Мы не верили. Но когда это становится реальностью, мы видим, что люди, которые поверили и разработали это, и вложились, эти люди поднялись. Поэтому, может быть, надо искать что-то новое, что-то возвышенное, волшебное, но смотреть на него не как на мираж, а как на реальность. И пример этому можно взять из любой книги Торы, где были чудеса. И к этим чудесам многие праведники относились как к реальности. Поэтому у них работала интуиция, Святой Дух. У них работала, потому что они верили в Бога. Они верили, что Бог может все. У него нету ограничений. А мы, те, которые этим Богом были сотворены, и инвестированы на землю, наши души, мы тоже можем многое. Дай Бог, чтобы вот эта связь между нами и им, она усиливалась, и это подвинет нас на любом поприще. Шалом, шалом.